Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Александр, вы находитесь на канале Rating Music, и сегодня будем встретить и слушать новый трек Trill Pill, на котором на фите Toxis, еще и у них клипчик сейчас совместный вышел, поэтому обязательно сейчас, значит, залетаем, посмотрим. Кстати, этот трючок тоже с ластового альбома Burst The Mix, но я его, естественно, не слушал, я, в принципе, не слушал этот альбомчик. Я хотел послушать, врубил трек и что-то там ушел. Короче, так и не послушал. В общем, этот альбом. Поэтому сейчас заценим, послушаем, посмотрим клипчик. Мне очень интересно, потому что тут есть Toxis. Перед началом напомню, что у меня есть еще два канала, на которых ссылочка, как всегда, в описании. Ну и на все мои соцсети тоже ссылочка в описании. Ну теперь погнали смотреть и слушать. Hello, Moto. Опа. Hello, Moto. Алло. Опа. We're finna go crazy in this bitch. Y'all ready? Let's go. Если хочешь меня, но мне просто похуй. Если вас идет, то хочу видеть тебя голой. Еще в клубе света, с ума меня и тебя, да. Хочу, чтоб ты стала моей хотя бы на сегодня. Ищешь вещи для покупки в Шейн. Твоя сын хочет меня, но мне просто похуй. Раздевайся, детка, хочу видеть тебя голой. Еще в клубе света, с ума меня эти бедра. Хочу, чтоб ты стала моей хотя бы на сегодня. Хотя бы на сегодня. Только будь моей хотя бы на сегодня. Короче, я немножко офигел. Лайк однозначно, ну, бля, это сильно. Короче, во-первых, это очень напомнило сам бит. У Морти выходила с Инда Блэком, я помню, на его ластовом альбоме, я не помню, как он называется. Вот там такой, в таком стиле был биток, там он Инда Клаб, по-моему, называется. И, в принципе, у Морти с Инда Блэком, ну, по моему мнению, вышел так себе. А вот это прям вышло очень хорошо. Мне очень понравилась вот эта вот анимация в начале, типа, ну, точнее, не анимация, а монтаж и вот этот переходик.
Бля, это было очень классно. Вот это тоже в конце 3D-анимация очень классно выглядит, типа. И сам клипчик, снятый в таком, типа, в стиле под 90-е вроде, да? Сейчас, ну, любой кадр взять. Ну, вот, типа, тут не на пол, не на весь экран. И вот этот глич, типа, старой камеры и вот эти вот... Ну, кстати, я хотел почитать весь текст, который выскакивал. Мне просто интересно, что там. Съемка на Sony Ericsson, звони. Дорого. Мама говорит мне, что там что-то я не вижу, там талантливый вроде. Потом здесь смс, экспресс-чат из России, отправь пил и текст сообщения на номер. Ну, короче, очень понравился клип. Типа, опять же, типа этот глич камеры старый, не на фулл экран. И очень моменты были, блин, я не знаю, найду ли я сейчас, конечно. Там, короче, прям локации, как вот реально в каком-то стиле 90-х, вот такая локация, там какой-то фон на заднем плане. И там просто, типа, они что-то делают. Блин, ну я очень хочу найти... Вот что-то наподобие такого было там с пацанами. Где-то под конец оно, кстати, было тоже вроде, не? Ну вот, короче, вот это вот в стиле этого, бля, вот раньше все западные вот клипы в таком было стильке. То есть, ну, блин, это очень классно. Типа, тречок хороший, клип вообще великолепный. Ну, типа, Здесь Трилл с Токсисом просто разъебали, на самом деле, биток. Кто бы что ни говорил, что может Токсис лучше, Трилл Пил слабее, но здесь конкретно мне понравились они оба. Ну что ж, ребятки, если вам понравился тречок, клипчик, то ставьте лайкос. Ну и если мой видос понравился, тоже ставьте лайкос. Это, наверное, даже ко мне в плейлист улетит. Но, блядь, теперь мы слушать трек без клипа сложновато, потому что клип булечка. Ладно, неважно. С вами был, как обычно, Александр. Всем пока-пока.